всем привет. Вот мы в компании с Ларусией вместе. Поэтому решили, достали карпа, решили его запечь. Все сидим на диете. Решили по-быстрому запечь карпика. Вот наши ингредиенты. Это укроп, лимон, 1% йогурт, ну и фольга. Собственно говоря, и все. Такие наши ингредиенты. Сначала мы, конечно, нарезаем укропчика по-быстрому. Есть у нас такая приправа финская, я не знаю, как это называется. Ну, можно, наверное, какую-то и другую употреблять. Это морская соль, крупная. Вот. Вот я сейчас покажу их повнимательно, чтобы можно было посмотреть. Так, ну что, вот наша рыба. Мы ее уже почистили. Оставили с головой. Но, видимо, с головой у нас не влезет в нашу водичку, которую мы будем запекать. Поэтому сейчас мы... Вот такая рыба у нас хорошая. Вот выкладываем в нашу водичку фольгу. Вот. Сейчас отрежем голову, потому что просто не влезает. Можно и с головой, но надо нам отрезать. Подлиннее. Вот. Еще раз чуть-чуть мы почистим, помоем под водой. Она выскальзывает. Такая хорошая рыба, свежая. Вот. Укладываем на фольгу. После этого просаливаем немножко. Добавляем туда лимона. Он придаст определенный вкус. Накладываем туда укропа. Можно любую, в общем, траву туда вовнутрь положить. Вот. Укропчика сверху. Потом берем вот эту присыпку вот, для рыбы, и сверху присыпаем. Может быть любая присыпка рыбная, которая продается в нашем магазине. Это не имеет никакого значения. Вот все это мы присыпали. Собственно говоря, все. Вот такая вот у нас получилась рыбка. Сейчас мы ее завернем. Ну, потом духовочку, вот мы сейчас ее заворачиваем, но заворачиваем нормально, она у нас будет именно запеченная, такая не жареная, а запеченная. Ну, кто, кому что нравится, допустим, мне запеченная нравится больше, чем жареная рыба. Все, готово, закидываем в духовку, где-то, ну, я думаю, что минут на 45. А это мы сделали приправу. Салат. Приправа — это укроп, опять же, с чесноком и с травкой. Все это мы потолкли. Вот у нас рыба уже готова через 40 минут. Очень имеет неплохой вид. Такой дымится симпатично. Вот я сейчас разговариваю, и у меня слюнки текут. Действительно очень вкусно. Собственно говоря, вот все. Все вам показал. Теперь разрезаем. Кидаем на тарелочки и едим. Такой очень легкий у нас получился ужин. Запеченный карп, салат, огурцы, помидоры и приправа. Это 1% йогурт с чесноком и с травками разными. Вот все. Всем приятного аппетита. Пока-пока. До встречи.